Новая песня Вифлеемская. Не новая, не новая звезда. Так, а мои песни? Ранее не звучавшие в эфире. Это три словечка. Рось, дай им песню поспеть вместе со всеми. Ночь приходит по небу. У кого есть? Вот у меня есть. Сядь как-нибудь к людям поближе. Подними глаза. Миллиарды звезд на небесах. Слушай меня. Только среди них одной звезды. Сегодня 8 июля, костер картошка. Пятница. Надежда и любовь, вера, откровение Божий слов. Счастлив тот, кому его пути всегда. Вот кому не интересно. Светит Вифлеемская звезда. От печали и невзгод оградит и сбережет, и в чудесный край, и в дивный город за собою поведет. Кирилл, вперед не залазь, вперед, батька, Кирилл. Счастлив ты, когда Господь с тобой. Тихо как-то. Спаситель, ты звезда моя, как прекрасна истина твоя. Все поем. Никому не подавай. Мое сердце она. Никому не подавай. От печали невзгод оградит и сбережет. И в чудесный край. Максим, тебе грустно? Попой песни со всеми. Песни хорошие, а? Никак, отморозился от всех. Тимофей в ожидании своего часа, когда его отсюда заберут, весь сосредоточен на свои мысли. Саша, ты сядь уже на дерево, ты простудишь себе одно место. Заболеет у тебя, Саш. Сядь на дерево. Я умер. Вот теперь я не умею. Помогите! Я застрял. Смотрите, как дым стелется. О чем это говорит? На солнце. На солнце только стелется. Да. Значит, идёт. Что так вот дым? А что значит? Не нервничай, спокойно. И завтра будет. А значит, что не будет дождя? Что ветра нету, вот что значит. Тут тихая, спокойная погода. Опишу его за нос. Вот как там дым собрался. Что это? У кого слова есть, откройте все слова песни «Аллилуйя». А у кого нет слов, подойдите к тем, у кого есть слова. Готовы на костер, чтобы гореть. Опять собрались там. Отойдите от костра. И поднимитесь выше, уйдите оттуда. Все. Вы уже не